Короче, завтра идем в банк. Да. Нет. Юра, ты как? Нет. К нам подошла девушка. С вилкой. И говорит, типа, а где ваши? Пару тысяч баксов. Сейчас посмотрю. Я думаю, к концу гонки Его Величество будет настоящим велосипедистом. Давай, 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 еще немножко терпи, Руслан. Что по цифрам? Да. Что по скорости? Да. Спринт на финише. Да. Пока все. Топчик. Доброе утро всем. Второй этап сегодня, разделочка. Юра уже готовит свой лежак. Погодка сегодня отличная. Чувствую себя уставшим. Особенно ноги забиты после вчерашнего этапа. Юра, ты как? Нормально. Ноги побрею? Нет. Я думаю, к концу гонки будет настоящим велосипедистом. Лежачок поставили. Традиционно разделочку еду в любимой форме. Все. Сила на Наки, приди. Мы на старте, я уже немножко прогрелся, разогнал молочную кислоту. Пару тысяч баксов только что упало на асфальт. 30 км, 200 метров набора, ветер будет. В прошлом году был дождь, поэтому ветра не было, немножко другой маршрут был, там 40 км, чуть больше набора. Мы будем стараться не потерять много времени. Поехали! Nächste Dame, Bianca Bernhard. Давай, 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 еще немножко терпи, Руслан. Давай, 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 давай. Я догоняю трех чуваков. Поднимаюсь в эту горочку на шоссе. Через километр меня догоняет. Они все за мной. Да, сидели многие. Меня обгоняет чувак, который за мной, 123-й. Меня на колесе сидели безбожные. Они все за ним так хлоп, знаешь. И от меня уезжают. Думаю, и мы ехали. Я старался влево, с просветом, со всей фигней. Еще кого-то подобрали. Аж до этого последнего подъема подъезжаем, они от него ходом таким, фух, знаешь, команды со сменами в гору. 39 ровно проехал? Посмотрю. Минуту привез. Тяжело. За мной один колесил пол трассы. А потом рванул, да? Нет. Ну ты стрельканул хорошо. Ну на финише попытался. Ну вообще тяжело. После вчера нету ног. 39-34 средняя, 44 минуты 9 секунд, жесть. Ровно 29 километров. Ну тренд, реклама. Кто тебе привез его? Кто? Вика привезла, конечно. Что по цифрам? Что по скорости? Максимальная скорость 59,7, средняя мощность 227, но это не нормалайз. А, нормалайз 228. Максимальная 623, это спринт на финише. Баланс левая и правая нога 50-50. У меня вообще редко такое бывает на новом велике. Обычно 48-52. Средний каденс 96. Средний пульс 176. Максимальный 188. Пока все. Это моя вторая разделка и первая на лежаку. Как? Сложно. Вчора потянув м'яз на нозі, і сьогодні це дало знаки. Сидячи, взагалі не можу їхати в підйоми, мушу тільки стоячи, бо взагалі підтягувати педальку нереально, так болить. Тому не знаю, що завтра буде, зроблю якісь розтяжечки. Та що, я стартував у хвості, мене обігнало 3 ракети на розділці, а я десь обігнав людей 7, може 8, типу. Ну, але там переважно такі дідулі, знаєш, і таке. Лежак рішає страшно, а розділка я взагалі не знаю, як вона рішає. Там, певно, швидкість космос. Не знаю, упоровся спочатку трохи, бо загнався за якимось чуваком, який стартував переді мною. Так десь кілометрів 15 я за ним терпів. Ну, типу там на просвіті, але їхав. Він якраз на розділці був. Ну, потім десь на середині я не стягнув за ним їхати і почав вже в своєму темпі тягтися. Але класно, типу, досвід.
вообще топчик. Пришли с Викой на постапати. Я забыл пропуск. У Вики, естественно, тоже не было. Но мы так под шумок взяли две тарелки. Овощная лазанья. Мы ее заточили, но когда пришли на столик свой, к нам подошла девушка и говорит, типа, а где ваши пропуски? Ну, короче, мы что-то там мутили-мутили, в итоге заплатили только за кофе, порешали. Так, вот она, звездочка новая. На 30 зубов, смазал цепь, как вы видите, смыл криминалом. Приготовила кофе нам? Да, с вилкой, хлебушки и нутелла есть. А надо было батон купить, чтобы я сделала бы. А, мы же купили нутеллу без батона. Короче, завтра идем в ва-банк, будем тестить спортпит от Его Величества Матиаса Ноттегера.